Всем привет, друзья! Срочное и неожиданное включение, так сказать. Мы уже с Микки погуляли где-то полтора часа. Микки поигрался с Гарри. Мы редко как-то сейчас состыковываемся, встречаемся. Вот, идем на почту. Нам девушка прислала посылку какую-то для Микки. Мне буквально пару дней назад, наверное, написала в Инстаграм, спросила, можно ли выслать посылку Микки. Ну, я сказала, если очень сильно хотите, тогда можно. Вот, и дала адрес, она выслала. Я так понимаю, что она вообще из Украины, вот, но живет в Испании. Пойдем. Была проездом в Днепре и что-то нам передала, что-то выслала. Сейчас мы придем домой и будем смотреть. Пошли. Микки уже, правда, устал, я вся грязная, соответственно, потому что утром роса большая. Но зато нагулялся, и он не будет меня отвлекать, не будет мешать мне. Да, пойдем. Вообще погода шикарная, уже сегодня дождя точно, наверное, не будет. Солнечно утром. Жарковато, конечно, но отошли, это что сделаешь. Так, девчоночки, забрала посылку. Такая вот маленькая интересная коробочка. Не знаю, я с детства люблю вот такие вот коробочки. Для меня они как какие-то, не знаю, сундучки, что в них что-то интересное обязательно будет. Данные не показываю, вот отправка. Данные отправки. Потому что я когда-то случайно показала свой номер телефона. И многие сейчас знают мой номер телефона. И не всем эти знания в пользу идут. В общем, сейчас открою, вам покажу. Итак, сейчас будем открывать. Вы слышите музыку на фоне, наверное, слегка. Я так настраиваюсь обычно утром на работу. Тут такая как... Это пупырчатая моя любимая бумага. Смотрите, какая красота. Вау. Вот это она пищит, наверное, да? Ой. Ой-ой. Смотрите, какая классная. Но у нас я такой не видела. Она сказала, что это вроде как с Испании, если я не ошибаюсь. Made in, вот, не знаю, как это переводится. Но она без запаха, она просто как типа... О, Микки уже готов. Сейчас мы отрежем, и я ему дам. Она сейчас, секунда. Смотрите, мокрая, я его помыла только что. На. На. Все, унес. Унес. Спасибо, Лена, большое. Кстати, девочку зовут Лена. У меня с этим именем тоже много хорошего связано. Сейчас он пристроится, как ее лучше взять. Умный такой мой мальчик. Спасибо, Лена, большое. Сейчас посмотрим, что там еще. Так, еще здесь вот такие вот. Ой, это, наверное, мне. Спасибо большое. Печенюшки. У нас таких, кстати, нет. А я помню, Nestle раньше были. Такой, как она называется, господи, скажите, я скажу. Напиток можно было покупать. Вот такой. Это же мне, наверное, это же не Микки. Вот такой вот. Ну, шоколад это, наверное, все-таки мне. Спасибо большое, Леночка. И Микки еще одна вот такая вот штучка. Вот такая вот вкусняшка. Вот. Холодная, кстати. Я так понимаю, это какой-то паштет, кесар. Тут, наверное, все не на нашем языке. Или есть и на нашем? Я не вижу. Спасибо, Леночка, вам большое за такие приятные сюрпризы. Вы нам подняли настроение. Микки вон уже отнес свою игрушку на свое место. Да, Микки? Ну, вкусняху уже будешь позже попробовать. Я когда ему буду давать, я, возможно, сниму. Это уже будет в следующих видео. Потому что мы только вот покушали. Он уже все. Он уже чилит, отдыхает. Еще раз, Леночка, вам большое спасибо. Себя не показываю, потому что только что поубиралась в квартире, помыла голову, не очень хорошо выгляжу. Спасибо вам большое. Счастья вам, здоровья, удачи. Пусть в жизни все складывается очень хорошо, и жизнь дарит много-много-много маленьких каких-то сюрпризов, приятных моментов. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо вам большое. Доброе утро, друзья. Что ты нанюхался уже? Вышли погулять. По вашим рекомендациям вышли раньше. Но сегодня и так бы было прохладно, потому что, скорее всего, сегодня опять будет дождь.
Пойдем, Микки, пошли сюда. Уже, честно говоря, подостал этот дождь, подостала такая погода с одной стороны. А с другой стороны-то прохладно, хорошо на улице. Ты себя хотя бы, пошли, Микки, человеком чувствуешь. Я сегодня хотела пройтись, помните, раньше ходила до моста, ну, когда еще Микки не было. Вот. Но, не знаю, мне стрёмно, если дождь льнет, чтобы мы потом под дождь не попали. Пройдусь хотя бы до самолета. Кстати, кто спрашивал, убираю ли я за Микки, вот несу, убираю. В веселеньком желтеньком пакетике. Пошли, Микки, пошли. Кстати, эти пакеты сейчас по Варусе по скидке, кому может надо. Я в Новомосковске видела. Да, пойдем. Пошли, Варус. Фух, я полночи работала, поэтому я еще такая утром. Никакая. У меня еще это летняя проблема обычная. Я пью почти на ночь, ну, вечером уже воду, а там перед сном типа нельзя там за сколько-то часов пить воду. И я отекаю опять. У меня живот. Пошли, Микки. Живот вроде как спадает, но потом нажимаешь на него, и он как пузырь. Какие красивые цветы, сейчас вам покажу. Смотрите, какая красота. Я говорю, важно вовремя это все замечать. Он пошел сам, Микки. А ко мне? Не? Ты самостоятельный? Вчера хотела вам записать видос. Возмутиться. О, видите, по-маленькому сел. Ну, лужу я никак не уберу. Уж извините. Вот. Это для тех людей, которые очень часто спрашивают о том, что не мусорим ли мы, не мешаем ли мы жить другим людям. Этот фрагмент был для вас. Вчера хотела снять видео, даже где-то повозмущаться, потому что... Микки, иди ко мне, иди сюда. Да, посмотри, тут обычно собаками гуляют. Мы ехали вчера в основном московским автобусом. 28 гривен, кстати, не 32, как вперед, не знаю почему. Километраж один, цена другая. Вот. И там заходила, короче, бабушка. Водитель начал возмущаться, что... Ну, прежде чем зайти, затянуть свои... Пошли, Микки, пошли, 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 пошли. Нельзя. Затянуть свою сумку, нужно спросить, типа, есть места или нет. Ну, потому что, ну, как бы, не водитель решает, свободные места или нет. И там мужик... Я называю таких людей диванными критиками. Я вообще стараюсь никогда никого не критиковать, потому что я, может быть, знаете, что-то не понимаю. Но эта ситуация меня взбесила. Даже в том случае, если я что-то не понимаю. Начал, короче, да я давай заплачу за эту... Пошли, Микки. За них вся косточки есть. Вот кто-то раскидывает, а ты потом хватаешь. Я заплачу за эту бабушку, типа... В итоге, конечно же, он за нее не заплатил, он вышел на следующей остановке, но он начал орать. Да вот, мы выбрали там дебила, живем. Иди сюда, Микки, стой, собачки, иди сюда. Мы дорогу сейчас перейдем, я тебя выпущу опять. Мы дебилы, выбрали Зеленского. Типа, он на майбахах ездит, а это бабулька, которая там, типа... И Крым, и Рим прошла. Она ничего там не имеет. Не, ну, ребята, мне тоже жалко. Да, одна зараза пропустила. Ну, конечно же, никто не пропустит. Вот вам и люди. В общем, что типа вот, у них бабки, у депутатов там бабки, они воруют. Они, Микки, фу, ты посмотри, ты меня вымазываешь уже в начале прогулки. Иди по своей траве, любимая, иди. Что они воруют, у них куча бабок, а у меня там нету, у этой бабушки нету. Думаю, блин, ну как меня это раздражает. Я не в точке, ну, с точки зрения, что я там Зеленского защищаю, потому что там я за него голосовала. Пошли. Микки, давай, пойдем. Пойдем вперед. Куда-то дойдем с тобой, пошли. Я с точки зрения того, что, ну, нельзя никого обвинять, что у тебя чего-то нет, да, там, или
у той же, ну там, у той же бабушки, да, ты не знаешь, как она жила, чем она жила. То же самое, что нельзя обвинять родителей, да, или там еще кого-то, почему? Потому что у тебя там нету квартиры, и власть тоже нельзя обвинять, что у тебя там нет квартиры, машины, а у кого-то есть. Понятно, у нас в стране. Да что ты сидишь, Микки? Ты слушаешь мой этот? Пошли, Микки, пошли гулять. Вы вышли гулять, а не сидеть. Давай. Что такое? Пошли. Давай, 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 давай. Скажи, ты мне надала вкусняшку. Что ты глаз жмуришь? Вот он дома, все у него нормально. А здесь он жмурит. Что это такое? Глаз. Да, сейчас. Да, пошли. Вот, все нормально. Вот поэтому, не знаю, меня это раздражает. Мне кажется, что у человека есть ровно то, что он заработал, то, что он заслужил. Иди сюда. Давай, давай. Ты любишь по верхам. Посмотрим, что тут творится в Ривьере. То есть, ну это мое, как бы, понимаю. Я понимаю, что у меня, допустим, нету квартиры, нету машины. Я никого в этом обвинять не буду. Нельзя, Микки. Собачка пошла домой уже. Ни власть, ни родители, ни еще кого-то. По мне это глупо. Это, знаете, это то же самое, что и в Ютубе. У меня уже второй год, вот я второй год езжу в Сосновку, и второй год меня вот забрасывают комментарии, того же ж море рядом, да поедьте на море. Блин, ну если вы любите море, а я его не люблю, почему я должна на него ехать? Для того, чтобы видео снять, не получить, пошли, Микки. Что такое? Пойдем гулять. Что-то он сегодня какой-то этот. Я должна поехать снять видео, потому что вам это нужно, и потому что вам море. Пошли, Микки. Давай, 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 беги. Что случилось? Ну что, видно, не проснулся. Вы говорите, раньше с ним выходи гулять. Вышла раньше. На час. Скажи, Микки, я сижу. Сижу, чилю. Ну, не знаю, как бы. Наверное, у каждого. Поэтому мы все с вами разные. И понимание у нас с вами разное. Ну, мне кажется. Иди ко мне, ко мне. Мне кажется, я объясняю на доступном языке. Сейчас дам зайка. Понятным всем. Ну, вот такая я высказалась. Опять же, повторюсь, я не в защиту там Зеленского или кого-то еще. Держи. Держи. Да. Я просто объективно говорю, что ехать в маршрутке, говорить, что ты заплатишь за бабушку, выйти на следующей остановке и срать власть, что у тебя ничего нету. Ну, блин. Это глупо, по крайней мере. Все, что мы строим в нашей жизни, зависит от нас. Прежде всего. Микки, что такое? Идем гулять. Что случилось? Короче, пошли. Пошли. Пошли, теленок. Ну куда ты села опять, а? Ой, ладно, ребят, я высказалась, и мы пошли гулять дальше. Пойдем. Пойдем, зайка, пойдем. Что-то у него сегодня. Что случилось? Что случилось, а ты не проснулся еще? Ты еще не проснулся. Тюхи-тюхочка там. Всем хорошего дня. Чем просто сидим на. Не на перекрестке, конечно, но просто сидим. Собачками погулял, развеселел и сидит. Не знаю, может, настроение такое. О, движ пошел. Не, давай тогда не в елки, давай сюда. Микки, ты загубаешь мое спортивное творчество. Я хотела, ну, может, сегодня вечером тогда пройдемся. В ту сторону, помните, где я ходила, там, где мост? Ну, вот, смотрите, стоит и все. Микки, ко мне. Что случилось у тебя? Ты не выспался? Ой. Пойдем, Микки, пошли. Надо погулять, потому что обещают на сегодня дожди. Пошли, пойдем. Хотя бы здесь, по набережной, по этой части погуляем. Вообще, хоть все жалуются на лето, но это такая пора, когда можно реально увидеть все краски зеленого. Без дождей. Ну, не в этом году, конечно. Тут уже не подфартило. Микки, иди в травичку. Ты обычно по травичке бежишь. Пойдем.
Пойдем, 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 пойдем. Что наших друзей нету. Пошли. Пошли Гарри искать. Гарри искать, пойдем. О, уже знает. Пошли. Давай, Микки, надо погулять, потому что я потом сегодня до вечера даже без перерыва буду работать. Очень много карточек скопилось. Там кто-то спрашивал, что я там делаю. Я заполняю карточки товара. Фу! На розетке, на проме. Алло, свой сайт. Товары разные абсолютно. Может, кому-то нужно тоже там какое-то определенное количество заполнить, и они не хотят брать на, ну, на постоянную должность. Я могу это сделать. У меня есть в этом большой опыт. Я делаю быстро. Просто я ж, ну, у меня не было дня два, грубо говоря. И у меня скопилась эта работа. Ее нужно сделать. Ну, то есть сроки просто очерчивают, которые нужно сделать. Странно, солнце вышло. Я думала, будет... Фу! Камешки не едим, Микки. Пошли. Чего ты грустный такой сегодня? Ну, он, наверное, не выспался, потому что мы, когда я ему говорю, пошли гулять, он еще спал. Он сказал, я еще не выспался. Я еще не готов к променаду. Вон наш пляж. Где можно позагорать, пожалуйста. Пойдем. Я просто поняла, знаете, тема моря. Зацепи его, так сказать. О, чуть на Микки какашка не упала. Птичья. Не на меня, слабо. Иди, зайка моя, иди. Иди, мой котик, иди, можно. По теме моря. Что, ну, наверное, все, ну, большинство людей любят море, и они просто понять не могут, как его можно не любить. Зачем тогда ездить в Турцию, в Египет? Ну, я в Турцию езжу и ездила, и в Египет. В Египет из-за мамы. В Турции по работе один раз, и второй раз, в принципе, тоже с мамой. И мы, ну, в принципе, постоянно были на бассейне. Не знаю, мне нравится. Мне там скинули, можно в бассейн ходить. 90 гривен, 45 минут, по-моему. Ну, это нормально. Зачем платить за весь день? Если ты весь день там не будешь. Есть какие-то групповые занятия. Можно летом. Ах ты, жучок. Да, жучок, мужичок. Можно походить, короче. Я как соберусь, я, возможно, дам клич. Если кто захочет, может со мной походить. Не просто там поплавать, а на какие-то групповые занятия. Мне кажется, это будет, да, полезно. И летом вообще кайф. Тепленький бассейн. Прохлада. Мы туда, кстати, особо не спускаемся никогда. Там в основном большие собаки. Вот. Ну, тоже можно как-то. Давай, Микки, надо чуть-чуть погулять. Пошли. Я же думаю, его выгуляю побольше, чтобы он, фу, мне работать не мешал. Чтобы он покушал и лег спать. Ну, чуть-чуть расшевелили мужчинчика, да? Так прикольно, кстати, я Катю смотрела, как они на берючем были. И она, по-моему, мужчинка, по-моему, говорит, или мужчинчик тоже. Интересно, да? Это как я когда-то сериал смотрела, я потом маму в телефоне переименовала. Там мамулик, по-моему, что-то такое было. Новые слова. Тоже большая собака гуляет. А этот завис. Развисни, винда обновись. Девчонки, расшевелила я. Фу, Микки, фу. Этого принца, ну давай. Давай, 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 давай. Да, да. Молодец. Молодец. Побежали, стой. Он просто в ту сторону, наверное, идти не хотел. А в это захотел! А в это захотел! Класс! Посмотрим, потом я вам вставлю скрин, сколько мы в итоге шоу прошли. Гляньте. Ему нравится по кругу бегать. Вот этот самый кайф
бегать по кругу. Все, устал и побежал. Смотрите, какой заяц. Боевой у меня, да? Фух, ладно. Побежали мы дальше уже. Что такое? Уже снимать не буду. Фух, уже будет камера трястись. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы скоро с вами, Микки, встретимся, да? Все, мы побежали.